Всем привет, я Скиф, это игра под названием Bankun Bells Chronicles. Это еще пока что ее ранний доступ, как это сейчас водится. Но игра на вид достаточно упоротая. Поэтому давайте поиграем, посмотрим. Я пока что прошел только обучение. Научился катать шар. Даже пока что не шары. Но тем не менее, погнали. Это у нас, кстати, стартовая комната, откуда мы начинаем игру. И мы топаем просто в телевизор. Причем какой-то доисторический. А, это обучение, подожди. Так, а можно не обучение, подожди, а как переключить канал? Обучение я уже проходил. Так, а можно переключить, подожди? Каким-то образом. О! Открыл здесь комнату. Значится, нам сюда. То-то, я думаю, второй раз обучение. Так, тут какие-то... Не до рыцари, не до викинги. Ну да, The Vikings. Ну погнали. Видать, тематика викингов, очевидно. Так, разрушай лодки викингов, спасай жителей, собирай кинопленку и открывай новые уровни. Ну погнали, посмотрим. Ну выглядит пока что довольно упорото, но по-хорошему. Ага. Ну погнали. Так, тап. Тап нам показывает места назначений, да? Какие-то зайцы. Так, стопэ. Давай заберем некую местную валюту. Через shift ее можно вроде как и впитывать. Стоит ли ломать ящики всякие? Блин, и это все надо собрать. На всякий случай будем собирать, по крайней мере стараться собирать все, да? Ну, визуально, кстати, неплохо выглядит. Так, вон они, лодки. Там вот кого-то спасать надо было. Так, подубавил, кстати, настроечки графики, а то слишком много всяких блюров и всякого такого размытий, что не очень приятно выглядит на самом деле. Создает, конечно, кинематографическую картинку, с которой нифига не приятно играть. Так, ты кто? Ой-ой-ой. Я могу щитом закрыться. Давай мы его... Опа. Походу... Да тихо. Подожди. О, все. Спасли. В смысле? Откуда здесь USB? Порт. Так, я хочу подцепить. А это... Типок нас, в общем-то, и не атакует. Ему норм. Так, это просто кусты. Ты кто? Типа мой помощник? Го воевать. Пока вообще ничего не понятно, но очень интересно, как говорится. Давай заберем. О, шлем. Так, подожди, вот шлем. Ля, как выгляжу мощно. Щит. Ну, ничего из оружия у нас, походу, нету. Ладно, погнали. У меня, по крайней мере, два шара теперь есть возможность катать. Уже, считаю, неплохо. Уже какой-то успех. Эу! Так, шары друг другу мешают. А, воу, вот этих надо тачить. Мой компедро, блин, вперед меня наяривает. Врагов. Так, тап. Ну, вроде тут надо спасать, там вон какую-то лодку надо затопить. Круглые курицы. Полетели. Го, о. Эй, здоровяк! А что он делает? Тихо, не надо со мной ничего этого нехорошего делать. Так, по-моему, его унесло. Shift. Зачем нам эта валюта нужна? Хоть бы объяснили. Там где-то шары носятся. А, вон он в воде тусит. Ему норм.
Так, нас сфотали, окей, на Polaroid, блин. Ага, еще пленники. И там вот корабли есть. По крайней мере, я пока движу. А тут вообще, в чем тут вообще сакральный смысл? Нас вообще победить могут? Кто-нибудь? О, он спас их. Еще и атачит кого-то. По-моему, он явно шарит больше, чем я в этой игре. Так, а это типа секретка? Не очень-то секретная. Ну или тупо пещера. Давайте в любом случае осмотримся. Ау. Так, о, шапочка, шапочка. Хотеть. Подожди, шапочка нам пригодится. Так. Ну это чисто визуальная ерунда, я так понимаю. Вот это эпичнее выглядит, по крайней мере. Стальной шар. Что может быть лучше? В игру можно играть в кооперативе, на пару шары катать, так сказать. Но пока что я не уловил, в чем тут вообще соль. Выглядит это все прикольно, играется вроде бы забавно. Ну, допустим. Так, ладно, где там лодки топить? Го топить. Покатили шары-то. Там где-то мои помощники продолбались. А вон пленка наверху. Пленку нам говорили собирать, да? Ну, давай попробуем. Так, вот еще шары. Здорово. О, Стоунхендж. Это же Стоунхендж, правильно понимаю? Да тихо ты! Так, запрыгнули. Давай посмотрим, что нам там еще дало. Так, я покрутить не могу, да? Ну, мы просто всякие шапки находим пока что. А как до пленки допрыгнуть? Вон пленка. Чё-то она пипец как высоко. Так, минус... Минус коза какая-то или овца, или что бы то ни было. Ну, хз как-то. Тут как-то, наверное, можно долететь. Ты точно бот вообще? Что с тобой не так? Не надо ли мне их взрывать в целом? Не, выглядит это эпично. Это-то да. Так, шапка еще одна. Ну давай. Давай с такой шапкой походим, почему и да. И какой-то рок. Так, хорошо. Тут есть и подводный мир, можно тут погонять. Ну ладно, нам надо лодки топить. Где бы они там ни были. Поехали. До пленки я хз как добраться. Как-то пропрыгать надо, может у меня супер-убер прыжок закрыт. Пока что есть только двойной прыжок, там может быть как-то можно сделать тройной, там четверной, пятерной, сальто-мортале какой-нибудь до кучи накинуть. Так, лодки там, да? Давай попробуем к лодкам пролезть. Так, тут что за гопники, здорово. И прока. Стопе. Тихо. Так, засосало. Так, подожди, что-то я опять подобрал. О! Борода. Клизма на нос? Или в рот? Что это такое? Не, давай лучше бороду. Борода явно поэпичнее будет выглядеть. Только нафига? Нафига мне эта косметика, кто мне объяснит? Чтобы что? Так, ну забрались, ладно. Там он здоровый, типа, охранник. Так, ну эти дерутся. По крайней мере... Пытаются. Воу, здоровячок, здорово. Ау-ау-ау, не глуши.
Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Нате в спину. Тих-тих. Оп. А, вау-вау-вау-вау. У меня здоровье кончается. Не-не-не, не надо больше. Не-не-не, Дэвид Блейн. Выпусти меня, иди в жопу. Чё такой страшный? Так-так-так, тих-тих-тих. Меня там здоровяк преследует, я же слышу. Не то, что преследует, у меня ушатывает. Иди в жопу. Вообще все здоровье выбил. Выпустите! Меня огромный шар наказывает. Так, ладно, живем. Блин, там еще один здоровый шар. А-а-а! Так, все, фух, прошел. Так, давай побольше этой хурмы наберем, может пригодится. Нам нужны жизни. Меня чуть громенно этот шар не задушил. Я так и не понял, можно ли его победить. О, на автобло. Ладно, ладно, я ухожу, все, я все понял. Так, давай тебя взорвем. Так, помощничек мой, ты откуда тут нарисовался? Ты где там вообще был? Ну давай, такой вот суровый вид. Бородатый шар. Почему и да? Такс. О, вон там здоровье я вижу. Так, минус. Тихо-тихо-тихо. Эй, это враг! Скотина. Нам туда надо. Как-то. Как-то надо туда. Так, камера фотой. Ауч. О, можно ловить. И нужно ловить. Тих-тих-тих. Блин, тут пинг-понг устроили локальный. Тут надо прям двигаться активно. Либо на щит их ловить. И тогда норм. Так, вон он, здоровячок. Иди сюда. Так, тихо-тихо-тихо. Что-то как-то страшно. Где мы помощники? Их опять не вижу. А, во-во, все, минус здоровья, я понял вас. Я вас понял. Как солнце из-за туч. Блин, это не так-то просто в них попасть. Они, блин, активнейше уворачиваются. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, здоровяка убили. Так, ладно, надо сваливать. Мне надо лодки шатать, а не с ними тут войну воевать. Уёпта, еще один здоровяк. Или это тот же? Это какой-то особо гигантский шар. Так, умудошь его. О, нифига он его умудошивает. Да, здоровые шары тоже умудошиваются, но... Они способны накинуть от них кислое, я так понимаю. Где лодки-то, алло? Умри. По-моему, я заблудился, а не в лодке. До свидания. Так. И вот еще лодка. И вон пленка. Надо как-то лодку забрать.
Так, пленочка, стоя. Ба. Так, плюс пленка. 15 пленок тут! И чё, рофлите? Так, а где? Ну, судя по всему, там, а вон, да. Судя по всему, там. Ладно, поехали туда. Покатили шар туда. Надо только как-то аккуратно это делать, чтоб меня не ушатали. И все будет нормально. Так-то я надеюсь, срез какой-нибудь. Вот, похоже на срез. Госрежем. Ёпта. Нормально так срезал. Вода, иди. О, все, иди на сушу, да. Давай мы тут еще кого-то спасем. О-о-о, вот это я знаю, что. Это вроде большим можно стать. А, нет, это не то. Обидно. Ладно, погнали. Вроде основная наша мейн-задача это именно что пошатать вражьи лодки. Го туда. Го захватывать. Так, сортир захватим на всякий. Так, и лесом. Оу. Ладно, это не особо страшно. Оу! А вот это было страшно, какой-то взрывной пацан. А, это мина действительно, что? Иди лесом. Так, и тут все в виде шаров, да? Тут уже топят без меня. Так, дайте пленку. Так, собрали. Ау, 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 это враг. Что нам еще сделать-то? Там еще вон корабли. Ну, го туда. Тут я еще вижу, можно кого-то спасти. Надо попытаться это сделать. Так, каменюга здоровый стоит, зараза. Скотина. А ладно. Может, там кто-нибудь спасет. Тихо-тихо-тихо. Какая-то суровая охрана. Так, эти кристаллы можно сломать? Вроде как и нет. Я лучше пока поспешу к последним, я так понимаю, лодкам. Или не очень последним. Так, это же враг. И лесом. Так, а как с этой стороны пройти? Подожди. Как-то же можно полюбасу. Ау. Мне здоровья уже не осталось. Ше. Такими темпами нафиг откисну. Так, а по воде как-нибудь проплыть можно? Если попробовать. Так, это что я активировал? Ну, судя по всему, по воде вряд ли. Тут что-то как-то вода жутко выглядит. Там какой-то... Какой-то кто-то вылез. Ёпт! Что за дерьмо? Ты кто вообще? Тебе что надо? Я тебя не звал! Так, ладно, уходим. Капец ты дикий. Так, ладно, уходим. Да хорре меня мудошить! Так, благо здоровье как-то тут подхиливается чудесным образом.
Так, шикарно. Как только отсюда теперь выбраться? Вот это вот хороший вопрос. Так, нам туда. Ёпта. Пока. Так, ну вроде бы... А во, все, пробрались, аллилуйя. Надо по Шурику это ломать, нам их убивать-то не обязательно. Поэтому можно хитро, вымученно просто бегать. Да блин, что за лес нарос. И ломать то, что нам тут хочется ломать. Я тут тону немножко, а так-то все хорошо. Так, каменюка, стоять. Фу, победи босса викингов. Ёпта. И где он? Тут с этими-то справиться не могу. Так, ну я пленку, по крайней мере, вижу. Так, потопали искать босса, я так понимаю. Босс где-то там. Так, что-то какая-то дичь происходит. Судя по звуку. Что-то мне страшно, как туда пролезть? Там, походу, с боссом дерутся. А что я-то не удел немножко. А, вот он, проход, через который я сюда войти хотел. Где там отметка-то? А ну да, вон он, босс. С ним идет Махач. Ну го шатать. С ним там он активнейше дерутся. Лякуй жесткий. У тебя молот Тора? Так, что за шары? Может, эти шары в него кидать надо? Он что-то задумал. Какие-то звуки нехорошие. Ауч. Что такой жесткий-то? Ноу, ноу, ноу! Больно. Блин, тут еще полна вода врагов. Так, ну здоровье у него все меньше. Ну что-то я фиг просы, как это работает. Может, эти шары надо... Эй, не надо меня затягивать, придурок! Что-то он там вообще нехорошее делает. Спасите, помогите, что за дерьмо. Да в смысле? Там Ктулху восстает, судя по звукам, а не, блин, босс викингов. Тихо ты. А, он шары обратно... принимает и ХП восстанавливает. Короче, шары надо обязательно убивать, я так понимаю. Окей, будем убивать. И вот он мельче стал. Все, до свидания. Плюс какой-то лут. О, у меня теперь тоже молот. Теперь я Тор! А это свои? Фу, и что?
Все, победа. Так, что сделать-то, алло? А во, выход. Все, уходим. Ну, это победа. Ну, играть, кстати, довольно забавно. Плюс можно в кооперативе поугарать. И это, опять же, ранний доступ. Я тут не очень понял, нафига вся эта броня и шмотки. Что это нам дает? Ну, молот я раздобыл. Какие-то шмотки есть. Я сейчас за камнем вообще сныкался. Можно вон приодеться, типа. Чисто кастомизация визуальная, не более того. Да и молот этот в руке не особо-то и нужен. HD-шапка позволяет немножечко парить. Или мне это кажется? Не, по-моему, она машет ушами. И тут есть другие локации. А вот для чего пленки. Чтобы открыть. Здесь уже другая тематика будет, да? А, ну пока ранний доступ, судя по всему, нифига, да? Ну, ладно. Ладно. Но в целом это выглядит и играется довольно-таки забавно. Пишите, в общем, что думаете по поводу этой игры в комментариях. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.